Как в Саратове можно быстро сдать медицинские анализы и получить точные результаты? Корреспондент программы «Саратов сегодня» Нина Цапайкина задалась этим вопросом и ответы нашла в центральной независимой лаборатории компании «Инвитро». Почему именно там, она расскажет в сюжете. Если необходимо сдать медицинские анализы и получить точный результат, Татьяна Сисяева обращается в медицинскую компанию «Инвитро». Именно здесь она в короткие сроки получает результаты любого исследования. Я постоянно обращаюсь в лабораторию, потому что мне удобно, мне нравится качество услуг, мне нравится, что очень внимательный персонал, они все спросят, понравилось, не понравилось, удобно или нет. Еще мне очень нравится, что результаты приходят быстро и приходят на мою электронную почту. Более 20 лет медицинская компания «Инвитро» оказывает услуги лабораторной и инструментальной диагностики, помогая жителям России эффективно заботиться о своем здоровье. Сейчас в Саратове и Саратовской области успешно работает 11 медицинских офисов, в том числе и 2 вновь открывшихся. Новые медицинские офисы расположены на улице Чернышевского, 189, и Степана Разина, 41/43. Выполнение лабораторных исследований на современных автоматических анализаторах позволяет обеспечить высокое качество лабораторных исследований и значительно сократить время с момента поступления биоматериала в лабораторию до получения результата. Результаты, которые анализы получают в системе «Инвитро», они признаются не только в Российской Федерации, но и врачами других государств в связи с тем, что лаборатория «Инвитро» вошла в систему качества «Сигма». И многие наши пациенты стремятся получать консультации не только в России, но и за рубежом. Лабораторные исследования помогают врачу поставить точный диагноз, в котором нуждаются и взрослые, и маленькие пациенты. В медицинских офисах «Инвитро» сдать анализы могут не только совершеннолетние, но и дети в возрасте от 1 года. Мы уделяем огромное внимание детскому населению. Это одно из тяжелейших направлений, потому что дети, к сожалению, не могут сказать и показать, что болит и где. А вся лабораторная диагностика, которая есть в компании «Инвитро», полностью посвящена также педиатрическому направлению. Наши пациенты мы берем с года, уделяем особое внимание именно профессионализму взятия крови, чтобы это не было стрессом ни как для мамы, ни для ребенка. Компания «Инвитро» активно сотрудничает с научным сообществом и обменивается накопленным опытом лабораторной диагностики с медицинскими университетами, лечебными учреждениями, а также с перинатальными центрами. Если лекторы, которые сотрудничают с компанией «Инвитро», имеют сотрудничество с каждым врачом поликлиник, больших, крупных больниц и знают о тех направлениях, которые на сегодняшний день есть в компании «Инвитро», естественно, врач сможет назначить правильное обследование, врач сможет назначить правильный спектр анализов, которые в последующем сослужат очень огромную пользу пациенту. Спектр услуг компании «Инвитро» включает широкий перечень лабораторных исследований. Во многих медицинских офисах уже работают кабинеты ультразвуковой диагностики и ЭКГ. Кроме того, пациенты «Инвитро» имеют возможность воспользоваться бесплатными услугами врача-консультанта, который расшифрует результаты анализов. Пациентам доступны СМС-уведомления о готовности результатов анализов и возможность их получения лично в руки, по телефону, факсу, электронной почте или через раздел «Личный кабинет» на сайте компании. Основной спектр исследований лаборатории «Инвитро» проводят всего за 24 часа, что позволяет врачу быстро поставить верный диагноз и своевременно начать лечение. Нина Цапайкина, Алексей Бредихин, Саратов, 24.